Привет, дорогие друзья, подписчики, геймеры, гости канала, все, кто находится по ту сторону экрана. Микрофоны, как всегда, Илья, и мы продолжаем играть в игрушку Hardbox, продолжаем проходить этот замечательный проект на Android. И, ребят, жмите лукас и поддерживайте мое такое прохождение, и скоро будут еще новые интересные видосики. Итак, ну что, ребят, мы прошли уже полностью три пака, и теперь мы проходим четвертый и пятый. На четвертом пакете мы уже прошли, получается, почти половину, и сегодня мы идем на 134 уровень. Офигеть уже, как много мы, ребят, с вами прошли. Спасибо, кстати, всем, кто смотрит мои такие прохождения. Скоро будет еще интересное, разное у нас на канале. Так, 150 монеточек мы получили, это хорошо. Награды, это замечательно. Кстати, напоминаю, с награды мы покупаем здесь разные шмоточки теперь. Так, ну окей, у нас есть вот такие вот крутилочки. Хорошо. Есть водичка, но я сейчас так понимаю, что если мы падаем, мы, конечно же, умираем. Наш герой не любит воду, это мы уже на самом деле знаем. Так, я думаю, нужно сделать что-то подобное. Нет, нифига. Так, я думаю, что надо толкнуть этого чувака. Надо сейчас, ребят, разобраться с этим уровнем. Тут, как вы понимаете, чем дальше мы играем, тем становится все сложнее и сложнее. Так. Офигеть, ну вот сразу сходу такой не самый простой уровень. Давайте попробуем разобраться вот с этой штукой сначала. Так. Кстати, похоже что-то на правду сейчас было. Да, и он падает, и ничего из этого не выходит. Одуреть. Очень сложно, ребят, будем использовать сразу подсказку, потому что у меня пока идей абсолютно никаких. Так, ну это мы сделали. Да. Пробуем еще раз. Вот так вот, ребят, даже с подсказкой сложно. Но он же просто улетает. Я свайпну этот уровень, ребят, кто знает, в комментариях напишите, как его пройти, это очень сложно. С этим уровнем я не понял до конца. Так, тут у нас есть лазер, есть такая вот кнопочка, которая активирует у нас вентилятор. Все пока по классике. Так, ну что, давайте смотреть. Очень много на самом деле здесь элементов. Тут прям глаза разбегаются, если честно, поначалу. Ага, поджарили мы чувака, не увидел, хорошо. Так, есть у нас палка вот эта, есть динамит. Динамитов, кстати, у нас здесь несколько. Так. Вентилятор отключили, кстати, лазер тоже отключили. А, ну да, у нас получается это скорее не лазер, а вентилятор именно работает, окей. Так. А, с ума сойти, ребят. Напишите в комментариях, кто проходил. Но я пока что-то даже тут тоже не понимаю. Я пока буду, ребят, пробовать подсказку. Так, ну окей, мы сделали. Так. Поторопился. Поторопился еще разок. Выключаем. Я думаю, что мне надо именно сломать эту палку, да? Окей, динамит мы переместили. Пробуем еще раз. Да, тут, конечно, чем дальше играешь, тем становится все сложнее и сложнее, ребят. А, вот сейчас, кстати, хорошо. Мы переместили, получается, в поле нашего чувака. Он падает, и вентилятором его доносит до 135-го... до финишного... Получается, до финишной точки. Мы прошли 135 уровень. Это с ума сойти, как сложно, ребят. Офигеть. Я бы сам не додумался, вот честно. Блин, очень сложный уровень. Ладно, давайте 136 попробуем теперь сами.
Давайте смотреть. Ну, пока, как-то, знаете, сложно вот так вот поначалу. Достаточно сложная тема. Так, у нас есть, получается, этот шип, который сейчас будет убивать нашего персонажа, конечно же, при взаимодействии с ним. Так, давайте вначале пока разберемся. Ага. Ладно. Сделаем вот так. Доставляем боулинг-шар. Толкаем им нашего персонажа. Но, по идее, мы должны были его толкнуть. Но у меня почему-то это не получилось сделать. Хм. Может быть, как-то это более быстро надо? Может быть, сделать вот такой вот угол? Давайте попробуем еще разок. Только не торопимся. Здесь сейчас тоже сделаем вот эту палочку. Так, давайте смотреть. Отлично. Толкнули, но тут уже шип не сработал. Но мы хотя бы сейчас понимаем, что нам нужно сделать. Делаем так. Здесь палочку подготавливаем. Замечательно, поехали. Сейчас вроде тайминг словили мы нормальный. Ну вот, 136-й я прошел сам. Отлично. Я надеюсь, что вы там за меня болеете под ту сторону экрана, ребят. Напишите, кстати, играли ли вы сами в эту игрушку. Но, по-моему, она реально очень сложная. То есть тут на более поздних уровнях уже прям вот голову надо подключать просто максимально, чтобы ее пройти. Так. Ага. Лазер вроде бы мы сделали. И улетели. Так, у нас есть лазер. Он явно нам сейчас мешает. Давайте мы его закроем. Вот так вот. Откроем вот эту штучку. И попробуем сейчас туда подлететь. На шарике. Попробуем понять пока, что нам нужно делать. Я думаю, что нам нужно сначала убрать эту палку, которая нам мешает здесь. Давайте попробуем с ней сначала разобраться. Лазер, я думаю, для чего-то здесь тоже нужен. Но пока с ним мы не будем торопиться. А, ну понятно для чего. Он сейчас сломает эту палку. Правда, шарик мы сейчас задели. Все, с лазером я понял, ребят, что нужно сделать. Сейчас разберемся. Вот так. Хорошо. Теперь доставляем наш с вами динамит. Палочка улетает, замечательно. Правда, она не очень удачно сейчас приземлилась, к сожалению. Не знаю, будет она нам мешать или нет, но, скорее всего, да. Давайте посмотрим. Нет, мешать она нам не будет, и мы доставляем персонажа, замечательно. Но вот так вот хотя бы как-то прошли, но я думаю, теперь заметно, да, что за один летсплейчик я прохожу, ну, там, 2-3 уровня, 4, может быть, не более. А когда мы начинали только проходить в эту игрушку, играть, у нас там, конечно, все намного круче было, мы проходили ее гораздо быстрее. Ладно, смотрим, у нас есть вот такая тема, есть, кстати, я думаю, тут нужно вот так вот поставить сходу. Теперь нужно понять, как нам персонажа доставить в нужное место. Ну, я, кажется, понял. Мы можем сейчас боулинг-шар отправить сюда. Только он не толкнул нашего перса. Это нехорошо. Попробуем еще разок. Может быть, вот так получится. Во, класс. Отлично. Не так идеально я сделал, как мог, но он, наверное, все равно толкнет персонажа. Сейчас посмотрим. Если боулинг-шар толкнет, то мы прошли уровень. Нет, не до конца получилось это сделать. Давайте попробуем еще разок. Ну, идею как бы я уже понял. Тут разберемся легко. Делаем вот так вот, наверное. Посмотрим. Отлично. Теперь сам боулинг-шар. И давайте тут тоже все сразу подготовим. Ну все, сейчас должно получиться. Замечательно. Супер, прошли еще один уровень, поехали далее. Я вроде бы уже разошелся. Так, 187 монет. Давайте быстренько-быстренько что-нибудь купим по шмоткам. Это уже у нас такая традиция, что мы на каждом стриме что-нибудь новенькое докупаем. Возьмем вот такой цвет, шапочку. У нас денег не хватает, к сожалению, на шапку, но очки у нас есть. Так, VIP. Но это надо будет... На это нам, наверное, не хватит. Так, давайте возьмем... Вот такой смайлик. Пусть будет вот так вот. Отлично.
Поехали дальше, ребят. 139 уровень. Очень много здесь всего. Нужно разобраться, что нам нужно делать. Так, у нас есть шарик, у нас есть снова наши крутилки. Есть боулинг-шар, который, кстати, сейчас уничтожил просто нашего персонажа без шансов. Так, ладно. Сделаем теперь вот так вот. Кажется, я понял, что нужно делать. Замечательно. Вот сейчас хороший тайминг. Шарик поднимается. Ну и, в принципе, тут уже изи. Супер. Еще один уровень пройден. Поехали далее. Так, ловим боулинг-шар. Давайте пока по фасту попробуем сразу понять, что нам нужно делать. Ага. Нам нужно сначала доставить боулинг-шар, мне кажется, чтобы он убрал эту палку. Нет. Да, снова не то. Отлично, получилась палка, теперь нам нужно просто-напросто толкнуть нашего персонажа. Сделаем вот так, мне кажется, сейчас мы правильно действуем, надеюсь, по крайней мере, я на это. И да, отлично, еще один уровень пройден, поехали далее. А у нас, кстати, начинается новый раздел. Вот такие вот у нас здесь шипы, супер. Как всегда, ребят, в этой игрушке нам, получается, сначала идет обучение, где нам рассказывают все, как нужно делать. Знакомят с новыми элементами. Ага. Нет, я поторопился. Я, кажется, понял, что нужно делать. Вот, супер. Еще один уровень прошли, давайте еще один попробуем пройти, и будет замечательно. Это уже идет вторая половина, получается, предпоследнего мира в этой игрушке. Но вот четвертый и пятый разделы, мне кажется, просто адовыми будут. И как всегда, в заключении у нас непростой уровень, но мы сейчас постараемся в нем разобраться. Так, смотрим. Нам нужно доставить явно персонажа снова в этот портал. У нас есть боулинг-шар для этого. Понятно. Пробуем еще разок. Не будем сейчас мы торопиться. Ага. Ну вот так вот потихонечку-потихонечку сейчас разберемся с уровнем. Прикольная, ребят, игрушка, попробуйте сами, ссылочку в описании оставлю. Тут, конечно, ребята, голову поломать придется. Ай, да и реакцию тоже применяем. Ладно, пробуем еще разок. Так. Не торопимся. Нет, нет, надо, короче, когда он уже шип уходит, получается, в этот момент нужно будет боулинг-шар отправлять. Понял. О, что сейчас было? Почему не получилось? Я же нормально вроде все сделал. Обидно, попробуем еще раз. Но идею-то я уже понял, осталось просто ее реализовать нормально. Чувак, ты как так упал? Попробуем еще разок. Ребят, напишите в комментариях, нравится ли вам смотреть на мое мучение здесь. Но игрушка не из простых, конечно. К этому нужно быть готовыми.
Еще попытка. Нет, мы добьем этот уровень, обязательно должны добить сегодня. Падай! Падай в портал! Какого черта? Почему он не падает? Один раз у меня почти получилось это сделать. Может, не нужно, чтобы он сильно толкал? Давайте попробуем вот так. Во, отлично. Вот. Супер, получилось, наконец-то. Ребят, напишите в комментариях, как вам игрушка, и скоро еще увидимся на новых прохождениях. Как видите, нам здесь еще прилично проходить, уровней достаточно много, так что будет что поснимать. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал, жмите лайки и нажмите на колокольчик, чтобы всегда получать оповещения о моих новых видосах. Пока.